Всем привет, это компания OMZAP на теплом стане. Меня зовут Алексей, приехала девочка, обратилась с проблемой, уходит антифриз. Плохо греет печка, завоздушивается. Двигатель дизельный, 2,2 объем. Поставили опрессовку, опрессовка показала, что давят газы в систему охлаждения. То есть это означает, что пробита прокладка под головкой. Этот мотор ресурсный, ходит очень долго. На этих моторах снимаем головы из-за перегрева. Поэтому чаще мойте радиаторы, этой проблемы не будет. Была снята головка, отфрезерована, новая прокладка, уже идет частичная сборка. Было принято решение заодно поменять цепи ГРМ, так как уже пробег около 250 тысяч. Многие просили рассказать, как поменять цепь ГРМ на этом моторе. Старый набор ГРМ подготовили для установки, новый набор ГРМ. Сейчас будем устанавливать. В принципе, ничего сложного. Каждый, кто маломальски в технике разбирается, это может сделать своими руками. Такой момент. Распредвал впускной имеет разрезную шестерню. Поэтому, если вдруг будете демонтировать впускной распредвал, обязательно фиксируем болтом две шестерни, потому что они разъедутся. Далее, есть метки на впуске и на выпуске шестерни. Обязательно их совмещаем. Также метка на коленвале, вот она. Также метка вот на выпускном валу, метка. Повторюсь, совмещаем метки распредвалов. И также у нас будут метки, одна, вторая, на звездочке ТНВД. Очень удобно сразу на месте собрать метки. Метка. Там, наверное, плохо видно. Видно, метка, да. Вот, метка. Видно. Сейчас мы поправим вот так. На звездочке. Там у нас совпадет на звездочке. На звездочке поставим метку. И также на звездочке коленвала будет метка. Очень удобно вот такой, вот в таком положении опускать этот весь комплект. Предварительно сейчас там еще подправим. Запустили внизу, вверху, вот здесь. 5 секунд цепи накинуты. Давай дальше. Вот. И вот там метка. Внутри, под звеном. Накидываем предварительно успокоители. Эти идут два вместе. На одном болту. Здесь у нас будет вот два натяжителя стоять с этой стороны. Просто так наживляем предварительно их пока. Сразу можно поставить нижний натяжитель, дотянуться. Цепь ГРМ — это такая штука, которая не имеет права на ошибку. Обязательно не забываем гайку на звездочке ТНВД, потом ее затянем. Необходимо протянуть каждый болт, каждую гаечку. После сборки комплекта цепей ГРМ необходимо убедиться, что все затянуто, проверить заново метки, хоть в третий, хоть в пятый раз. Обязательно каждый раз проверяем метки. Остается только отстрелить натяжители, и в принципе комплект ГРМ установлен. Что мы сейчас с вами сделаем? Все, мы у нее первые. Вся эта процедура занимает 2,5-3 часа. Если вы являетесь владельцем автомобиля Kia Hyundai, приезжайте к нам в сервис на теплый стан. Все, всем пока.